В общем, все классно, все красиво. Даже прикормил сегодня. Купил прикормку для холодной воды. По-моему, Оля Алекс называется. За 60 рублей. В общем, прикормил. И еще у меня были... В общем, такая жмыховая прикормка. Называется со вкусом тутти-фрутти. Ну, не знаю, что тут вообще получится. Пока вообще эмоций ноль. Даже не дернул никто. Хотя глубина здесь метра 2-2,5. Ловил тут как-то летом на Воронежском водохранилище. Поймал тут... Ну, в общем, клевали тут карасики. Вряд ли они, конечно, зимой клюнут, но, может быть, плотва здесь какая-нибудь есть. Мужики в основном все сидят ближе где-то к середине. Так рядом с берегом мало кого. Да и вообще тут мало кого. Вон, 3 человека я вижу. И еще на той стороне такая такой отряд. Человек 8, наверное. И все, в общем-то. Людей особо нету. Ну, сегодня среда. Может быть, поэтому. Лед вообще толстеннейший, я не знаю, ну, 50 сантиметров, наверное. Несмотря на то, что оттепель была, очень толстый лед на Воронежском водохранилище. Ну, пока, к сожалению, нет поклевок. Даже не подошел никто. Будем ждать, что будет происходить тут. Что будет дальше. Пока можно, конечно, посидеть, подергать на мормышку. Вот такой, блин, лед. Вообще невозможно. Три лунки пробурил. Все, устал. Ужас. Ну, сейчас еще чуть-чуть. Буду тут окуня искать. Что-то, блин, не нравится мне. Ни одной поклевки пока не было. Поймался мелкий окушок. Ну, хоть что-то. И то интересней. Ладно, буду ловить. Нету просто клёво. Вот это поклевка окуня. И все, и пара вообще очень слабых тычков. И все, что мы имеем к этому моменту. Время без 20:10. Но я так связываю вот это вот все с вот этими тучами, которые вот нависли везде. Возможно, если бы сейчас пошел снег, хоть как-то что-то сдвинулось бы с мертвой точки. Но видите, клёва вообще нет, просто все стоит. Вот и снег пошел. Да. Не, ну это может быть хорошо, может быть погода-то изменилась и заклюет хотя бы что-то. Ну, мне уже домой скоро идти. Жаль, конечно, что так получилось. Да, тоскливо. Мужички тоже, видать, перемещаются. Потому что делать тут нефиг сегодня. А почему? Ну, я думаю, из-за погоды. Сейчас ветрено как-то стало. Не знаю, может быть, вот в эту ложбинку еще зайду. Там что-то пробурится. Ну, совсем какой-то капец. Ну, не клюет и все, ты хоть убей. И так, и сяк уже мест, блин, попоменял. Поплавки вообще мертвые стоят. Что за бред? Летом, значит, здесь ловится карасик. А зимой? Тут мель вообще полная. Вроде корехи какие-то лежат. Нет, не клюет. Куда идти, даже ума не приложу. Да, видимо, все. Че? Заканчивать надо потихоньку. На водохранилище больше в этом году не поеду. Ну, в смысле, на зимнюю рыбалку. На летнюю, может быть, и поеду. Вообще, глушняк полный. Что же это такое вообще? В общем, нифига. Не клюет тут. Что, плывешь?
Да, поплыл. Ну и все. А в общем-то весь улов состоит из одного окушка, но это не серьезно. Вот какой обзор. Красота. Начинаются вот эти вот ветры, которые присущи вот марту почему-то. Может быть, ветер перемен так в природе проявляется. Заканчивается зима, начинается весна. Красиво здесь.